Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Примирение Иакова и Исава. Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, брат его, и с ним 400 человек. И разделил Иаков детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил двух служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахили и Иосифа позади. А сам подошел перед ним и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею, и целовал его, и плакали оба. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.